Добрейшее утро. Я проснулась быстренько. Собираюсь. Мы собрались ехать за грибами. Ну так, проверим, просто в лесу есть, нет. Так, думаю, бордель. Сыночка вчера просила, чтобы он сегодня у нас тут пропылесосил порядок, навел. Сейчас окно закрою. Ой, я не увидел. Окно закрою, открою на проветривание, пусть стоит. Муж у меня даже выпил кофе. Повезло ему, а я нет. Да что ж вы задолбали? Летают и летают. Свою сумку грибную. У меня здесь мой большой пауэрбанк синий, который Виталий сам собрал. Так, ключ он сказал, я не беру. Мне надо взять. Я носки взяла себе. Ведро он взял. Я надену сразу кроссовки грязные. Да? Ну все, наверное, почищу. Так, телевизор выключить. Пить хочется. Вот я хотела попить. А, и сегодня будет у меня испытание моих новых часов. Как они работают. Шаги они должны мерить. Сердцебиение, пищеварение. О, сейчас, погодите, вас поставлю воды. И все остальное. Ой. Что-то вы у меня съехали. Хотела кофе, но кофе варить некогда. У меня муж уже на улице говорит, я тебя жду. Выпью витамины. Кто-нибудь может мне объяснить? Кто-нибудь может мне объяснить, почему людей волнует мой вес? Ну, объясните мне. Я читаю комментарии, поражаюсь. Ну, почему людей волнует мой вес? Ну почему? Если я поправлюсь или похудею, ну это же мое тело. Ну мое вроде как. Я должна за него либо радоваться, либо переживать, либо еще что-то делать. Люди прямо, вот я чувствую, говорит, ты похудела, ой, поправилась, господи, там на 3 килограмма. Я чувствую, ты поправилась на 200 грамм. Я чувствую, ты поправилась на 500 грамм. Ну, ты же если поправилась, ну, елки-палки, ну, какая разница-то, я не могу понять. Так, все, я все взяла. А, куртку хотела какую-нибудь взять. Знаете, какую розовая была у меня где-то вот здесь. Бульгерия, сладко носик, пузик, глязик мой. Ой, любименькая. Не скучай, мы с кое-где едем, не бойся. Свет на кухне, что ли, не выключила. Точно, сейчас муж скажет. Снова свет не выключила, мать. Он меня даже однажды заставил зайти оттуда, с улицы, и выключать свет. Сжились. Вот эту, она очень легкая, но и спасет от комаров, если что. Я ее возьму, ее можно сейчас не надевать, там жарко. Ничего я не гладила, не собиралась. Я уверена, сейчас кто-нибудь скажет, что у меня не глаженные вещи. Даже и не собиралась. Так, рейд. Рейд от кого? Моли и личинок уничтожения. Это что такое? Гандекс, но он почти пустой. У меня почти пустой гандекс. А, вот есть еще. Это от комаридзе. Моя бедная зачуханная сумка лесная. Ничего страшного. Тяжело очень, нелегко бою. Может, грибов наберем, хотя бы просто на пожарить, на покушать. Так, и перчинверсов. Да как у меня там, у него еще лежат запасные. Или тапки взять, кроссовки. Тапки. Возьму кроссовки. Главное взять свои бедные лесные, карельские, уматные. Уже все им. Крамбец наступили. Крамбец наступили. Ну и, наверное, подушки. Мои духи вообще все у мужа в машине. Давай вот эти, что ли. Я в полной боевой готовности. О, у меня циферблат поменялся.
Блин. Точно ничего не забыла? Забыла. Кошелек не взяла. Сейчас, секунду. Самая сладкая киска на планете. Может взять, если здесь есть что взять. Или ладно, кошелек возьму уже. Не, наличкой возьму. Без кошелька остаться не хочется. Вдруг что-то понадобится. Сейчас остановимся купить. У меня есть карман застегивающийся или нет? Сюда. Все, друзья мои, выходим. Извините, Мария. Шляпу. Точно хуёво. Сейчас чихну. Носки взяла? А носки я взяла? По-моему, нет. Сейчас, погодите. Молодец, забыла, валяются там. Сейчас придется возвращаться, сейчас мы запустим, если у него в машине есть носки, запустим для меня, для Кулёны. Он сейчас скажет, мать, ты 3 года собираешься, уже лобается. Виталя, тут в машине случайно нет носков запасных для меня? Блин, я прям там забыла, вышла, прям там забыла. Сейчас я быстро возьму, ну прости меня. Ой. А? Ой, здрасте. Привет, да? Богатая буду? Да. Спасибо. Хорошие новости с утра. Богатая скоро стану. Ну, надо жить. Ну, неприятно разве? Приятно, конечно. Так живешь, живешь. Бах. Все. Богатая. Вот они, носочки. Я же взяла. Шкаф. Ну, как обычно. Сюда. Права-то я не взяла, а машину забрать. Господи, Виталик, если ты смотришь это видео, вот сейчас ты поймешь меня. Потому что я всегда все забываю. Сейчас скажешь, ну мать, ну ты как уже. Он говорит, я сажусь в машину и думаю, что ты там делаешь? Почему ты так долго возишься? А все просто. Я вспоминаю. Носки. Взяла сумку, потому что там паспорт, права, документы на машину. Если сейчас заедем забирать, то если заедем забирать, то мне же нужны они. Все. Мне же еще надо было взять этот права и да и все остальное. Все, друзья мои, мы поехали.